Всем привет! В футболе, как и везде, случаются чудеса. Победа сборной России над командой Испании в чемпионате мира по футболу 2018 показала, что в результатах чемпионата мира по футболу пока еще до конца ничего не ясно. Предсказывать результат побед в чемпионате мира по футболу пробуют и люди, и животные. Так, в России более десятка животных оракулов. Среди них есть кот Ахилл из Эрмитажа в Санкт-Петербурге, медведь Яков Потапыч из Москвы, лемур Спартак из Екатеринбурга, сочинская выдра Гарри и многие другие. Большинство животных делают ожидаемые предсказания об итогах матча. Так, практически все животные предсказали победу Испании в матче против России. И это не странно, ведь бедным животным больше ничего и не остается, кроме как подчиниться выбору своего хозяина. На канале Castle Storm тоже есть свой питомец оракул, панда по имени Фан. Фан, кто победит 7 июля в матче между Россией и Испанией? А кто станет чемпионом мира? Спасибо, Фан. Он в каждом случае предсказал победу России. Всем удачи, пока.